Есть телефона. Так, я... все, 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 запустил, все. Так, бежать прямо, W, бежать налево, А. Главное, можно почистить. О, о, стресс. В Голливуде-то. Ёшкин ты, ёшкин. Ага, и зелёный попугай. Привет, привет. Что это? Кто это? Не, я тут по воздуху просто перелез. Они играют. Буду стрим смотреть, Ник, пошли со мной смотреть. Да, я так зашла поздороваться, смотрю, что-то такая, йоу. Она этим больше не увлекается. Я это больше не будоражу. Вы ей стали неинтересны. Да? Ну, конечно, да. Нашла себе... А, кстати, Денис, ты в ботаническом саду был, что ли? Да. А, кайфово. Ну, там не ботанический сад, там такой папочка был. Ну, прикольно. Красивенько. 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 В греческом зале? В греческом зале. Так, поставишь какую-нибудь? Давай на альпозу. На пузе. Да там просто лута много. Обезьянка. Блять, фу. Не поздоровался, она ушла. Ника? Блин. Ладно. Она как Пашу увидела сразу в ушки. Не долетим, раскрывайтесь. Я, наверное, даже буду искать. Да можно было долететь нормально. Че, на арену будем падать или куда? Да, где-то ближе к арене будем падать. Здесь? Так. Ну, где-то ну, так, вон. Да. Сука, тут летит транспорт. Тут педрилка один летит, блядь, прямо вот со мной рядом. Сзади за Дмитриевичем еще один. Да там и внизу, смотрю, летят. А, вот, с нами одни выпрыгнули, точно. Блин, короче, Тима против нас. Ну вы в воздухе не встречайся, я пошел, поехал. Да, конечно. Да, блядь, можно было его пнуть бы в воздухе, я бы пнул, чтобы он упал, блядь. А слева, я могу сейчас это, и на земле их встретить, давить. О, на машину идет, машина же будет. Так, двое, трое. Да, трое. Вот машину забрать. Дави его, дави его нахер. Красавчик. Один минус, короче. Один бежит же. Второй бежит в машине, вижу. Я на пушке. А, чуть-чуть не попал. Он кто? Дышку садится. Опа. Я его тараню, короче, не даю ему этот разогнат. Я за ним буду кататься. Ребят, убивайте, я его затаранил. Не даю ему кататься. Да куда прикрывать-то? О, этот побежал. Сука, где ты? Белый. Блять, убежал. Блин, оружия нету, беда. Ты бы лучше пушку искал, ехал уже. Я его прогнал, короче. А где ты, агрессор? Нет, он сверху. Он едет. Тихо, чё? Ребята, кто-нибудь что-нибудь найдите уже. Да у меня пистолет только, блядь. Да похуй вообще. А где он? Да вон у меня. Блядь, у него дробовик, нахуй. Нет, это не дробовик. А, это у тебя дробовик? Угу. Всё, он уехал, похоже. Заебался. Нет, возвращается. А, вот пушку нашел. Работай по нему, вон катается по дороге.
него тачка дымится, что ли, уже? Свалил, короче, все. Все, да. Так, а где этот белый, сука? Я же задавил. Нет, еще один. Вот этот кирпичное здание, куда ты сейчас приехал, туда чувак бежал. А круг не лутали? Нет. А, тут чувак. На кругу? На кругу, да. На кругу, надо мной. А, он не уйти есть! Блять, ты где шару? Где он? Я его не вижу. Я его задавил. Задавил! Машине задавил. Поднимайте меня, он лежит. Он лежит на под ареной. Справа, добей его нахуй сразу. Да он, блядь, прямо лежит. Убей его сразу. Да, блядь. Маш, да убей его. Двое. Еще один. Там еще один. Блин, сволочи. Паша, за угол. Он один остался. Хорош. Еще есть. Не, подними. А он идет. Паша идет сверху сейчас будет. Сверху будет. Здорово. Хорош. Поднимайте. Жеку сначала. Поднимайте его. Все. Че, вспотели подмышки? Есть. Здесь сухо, влажность не помешает. Димка, привет. Привет. Здоров. Ну дай пятерок, ну. Пятерок? Да я, блядь, все потратил на них, нахуй, на троих. Какие тебе пятерок? У меня пиздец. О, хотя бы чуть-чуть. Ну, мне пиздец случился. Чего у тебя пиздец? Короче, вышел из больничного, одну поездку съездил, мне опять в больничную отправили. Ты не излечим? Походу. Так, рюкзак твой есть, конечно. Не, у меня уже все есть, и броня, и рюкзаки, у меня патроны. Нет, я нет. Это на операцию ложусь. На какую операцию? Все, обрезание делают. Ну ты лучше за это вообще не говори, потому что это пиздец, блять. Наговоришь. Они могут топориком. Так шутим, они могут топориком. Сон, у нас. Есть 2-4х и компенсатор на AR. Вот 4х, 4х нужен будет. У меня коряк. Мешай, меня 4х на 8. Это у меня, посмотрите, вот я скинул вещи. Вот тут. Вам что, 8х не нравится? А если есть, давайте. У меня 8х есть. Я хочу 8х. 8х охуенный, блять. Скидываю. Четверочку. А четвертый рун. А нахуя я юмп-то взял? То мне без патронов он, блядь. Я с одним париком пойду я на арену. Или арену лутали уже? Там чувак был. Там не чувак, а чуваки были, блядь. А у вас место есть? Пати? У вас место есть? Нет? Нет? А, нет. Ну ладно. А это не вот эта пати, которую мы сейчас развалили? Это? С нами одна пати была. О, нет, я чувака, которого сам начал сдавил, он был из другой пати. Да, как это был другой. Ты компьютер купил, нет? 3. Ну, почему? 2 мало. 1 мало, 2 много. Почему? Блять, вот такой вопрос странный. Потому что денег нет. Но... Ну, так добавь ей. Может мне со всего дискорда пособирать? Чего? Такие странные вопросы, блядь. Для меня пока это не главное. Так, у нас вроде машина есть, да? Да, есть. Девяточки. Так, тут были уже. Ребят, если будет второй дроник, скажите. Угу. Да, можно. У него самого битый из трупа. У меня вообще нет. Ну вот я битый сбросил. Увеличенный ПП нужен? Блять, вторая каска нужна? Нет, понятно. Тут уже опять были, блять.
А, это они отсюда пришли, наверное, с этой стороны, бля. На звуки стрельбы, которые... Если СКС будет, блядь, ребят. Хорошо. Прямо. Не давайте ему. Я просто с СКС-ки пиздец научился стрелять. Да не умеешь ты с ним стрелять. Да иди ты в задницу, блядь. Писька. Писька тараканья. Коровья. Тараканья писька. Коровья не так уж и плохо. Титька. Это уже шняшка. Шняшка. Я тут вытащил этот... Так, как шняшку? Да, пионерский галстук типа того. Вот, который стоит... Рубен, блядь. Ну, хуйня. Я, блядь, юбку вытащил за 19 кусков, чё ты? С платного? Чего? Да, платного. Вот я тоже платное открываю. Продаю и открываю. Да их продавать смысла нет, их надо открывать. Нет, вторая я продаю то, что открываю. Каск? Вот СКС нужен. Ну, этот... Меточку. Где я сейчас? Меточку, желтенькая. Заберу, не волнуйся. Желтая метка. Еще один 4x. Ты что, Путин выиграл, да? В смысле? А кто должен был? Кто еще участвовал? А ты не думал, что вообще это смысла нет голосовать? Не, ну есть. А я и не ходил. Люди встречаются в одном месте. Как а, ну да, побухать там в базаре. Чего? Ничего, побухать, говорю, собираются люди, блядь. На втором этаже? Калаш. Да, на бетонке второй этаж. Угу. Нет, говорю, ты ходил голосовать, Паш? Я нет. Я тоже. А нахер мне это надо, блин? Да на ты. Нет, вообще, блин, сказал брат. Ребят, да, я для этого а патроны семерки забрали? Патроны я забрал. Где тачка? Тачка, где? Около группы стоит моя. Вот, поехали на ней, быстрей. Где лестница? И это, прицелы нужны, короче, и эти. Да, вот 4х ништяк. Давай на этой похуй. Сейчас, подожди, я пойду быстро. Блядь, завтра к врачу, я пью хуеру. Вертикальное цельё, если есть. Так на что операцию-то? На горло. Зашивать будешь? Подождешь? Давай быстрей. Удалять ненужные части. В горло все влазит, теперь одно горло. Аденоиды, что ли? Угу. Только их вырывают, это не операция. Их не вырезают, их вырывают. Вырывают. Это гланды вырывают. Аденоиды. Нет, гланды. Гланды вырезают. Гланды? Аденоиды, насколько я знаю, их вырывают. Вот поехал. Ой. Что творишь? Ой. Вечеринка накимарился, а? Вот это солодома, блядь. Чё делаешь? О чём проезд? Он готовит чемпионат. Что делать? Там поезд передаёт. Так нам надо сразу далеко ехать. Нормально все. Только давай не около ангара, там черти, которых мы спугнули, уехали туда. А то сейчас не. Где дурачок? Да вот ты по горам. Да ёп! Нормально все. Едь ты, сука, трактор, блядь. Дизельёк. Подлечимся. Я в дороге лечусь. А, в дизельёк. Паш, могу перехватить управление, чтобы ты болики принял в пульте? Нормально все.
Умру, буду погибать молодым. Куда едем? В горах мы заседаем. Да, прицелы только дайте мне. Чуть-чуть уже есть. А в патронах по патронам что ли? Да, патроны семерок вы не дали. Семерок могу 60 сбросить, 60-70. Это заебись. Нет, это два магазина семерок. Ну мне коряк, мне в принципе, он дохуй не надо. А пятерки есть кого еще? Вот пятерок мало мне. Одна обойма у меня. Полтора долго не отсидели сюда. Полтора рашка пятерок. Одну пати хватит встретиться. 3 аптеки, 9 бинтов, 2 болика, 2 энергетика. Вообще хуёво всё. Нету. Опа, стреляют. Слева работает. Антикада. Мы можем церковь взять, попробовать. Давай вот сначала заедем, залечимся. Вот справа, наверное. Давай вот сюда. Здесь? Давай. Теперь с тобой золотая рыбка. Дайте вертикальные цели, твари. Ты все втираешь свой, добрал в городе Тангула. Я обошел несколько магазинов. О, глушитель на Сайгу, нихуя себе. Там если глушитель будет на пистолет тоже, возьмите. О, заебись. Вижу чуваков, они едут ровно, гора. Так, мне прицел нужен, 4х. Давайте, и... О. Мне семерки нужны были. НЕ. И пятерки. Нихуя себе. Я вижу. Я думал. Я уже обрадовался. У меня просто две пушки. А, на пятерках? Ну тогда надо было что ты. Не-не-не, держи, мне хватит. Я сбросил тут эти семерок. Где ты там сбросил? Да он у меня. Блять. Где ты там сбросил? На втором этаже что ли, блять? Да, попал, 55. Ага. Наши дома бьют. Так херу ты спалился. СНП стреляет где-то. А есть точка какая-нибудь? 275. 275. Чего? Пометил два раза. Кнокнул. На 275 за дерево кнокнул. Вырубил. Второго. Там еще есть. Она сейчас зона пойдет, нужно как-то уходить сразу. Да поедем сейчас. Сразу. Сейчас я тачку подгоню. Прикройте, постреляйте по ним. Тачка у нас этот, колеса сбиты. Бля. 285. Сейчас его поднимет. Которая сухое стоит? 285 рогатка. Бука в КВ, скажем так. Убегаем. Ушел обратно. Второй лечится там, походу. Убегает. За деревом. Такая раз пометил. Так, нужно уходить, потому что долго. Потом так, куда уходить? Подожди, пока непонятно. 55-2. Машина. А хотя мы в зоне, мы еще в зоне. Откуда машина? Они до сих пор там 275. Тихо, двое. Тихо. Тачка где? Тачка справа где-то была. Так, эти за горой пошли, они сюда не пойдут. На 55 двое так и сидели тоже. Да. Сука, семерки бы найти нормально. Вот она машина справа, да. Эти так и на вершине и сидят там. Ой, по ним кто-то стреляет. Близко. Снял троих. Это, короче, читер. 416 троих сразу положил на танец. Я же сказал, что с нами читер на ферре еще в самом начале как-то. Он летал. Вот.
здесь. Пойдем под, под горой вправо. Видел. Два раза пометил. Пометил. Сука, что он такой живучий, блядь. Меня вырубил, коряк голову. Поднимайте. Там внизу первая каска. Первая каска. Хорошо, хорошо. На 40 секунд надо валить. Пометил. Что такой живучий, ну? Походу мне по три, по тройке было все. Ушел, в общем. Ой, стрелять нихера работает по мне. Мне патрона послал, 19 штук было. Там еще коряк стреляет. Так, ребят, нужно как-то думать уходить. Да у нас зона. Не, он, это пиздец. Не, сейчас он пойдет и все, ну. Надо бежать, короче. Может, машину забрать? Бежим. Валим. Валим. Справа коряк где-то стрелял, блять. Давайте правей. Да, правее, правее надо. Блять, у меня прицела второго нет никакого, нахуй. У меня есть второй прицел для себя. Точку могу дать. Давай точку, давай. Спасибо. Точка есть и второй есть. Вот эти черти отсюда ушли. Они, это они их убили, да? Их убили там, которые по нам стреляли здесь. Ой, по мне. Слева, слева, слева. Да, это с этой церкви, блядь. Да. Сзади! О! Сзади, сзади, сзади. В голову. Сверху работает. Он по этот работает, поэтому. Я не могу поднять. Не могу поднять. Церковь не работает. Нет. Не-не-не, справа, справа от тебя сверху. С горы. Да, вот оттуда, да. 215. Он этот зажимал сразу и башту голову все. А, блять, что за зона? А он Паша в голову прилетело. Дерень? Дерень, дерень. Привет, Гордин. Здорово. Ну сейчас Паша, мне кажется, тебя примут здесь. Я знаю. Катя, позвонили? Аптечка есть кому-то? Понятно. У меня были. Кому аптечка? Аптечка. Так еще через 3 дня пришел. Ну, могу и через 3 дня. Лети через 3 дня? Вам через весь город валить, короче. Сука, все захуярили мне, блять, твари. Блин, это броника, что такое? Бегите, время 1.5 минуты, вам через весь город нам пройти реально. Мне вот где этот черт, блядь, который тебя убил, ну. А, вижу его. За стеной. А это текстура? Нет, был, видел. Ну что, вы времени, бегите, ребят, бегите. Меня сейчас зону сожжет. Блядь. И что это за Севастьян? Смотрит с обрыва. Почему не прыгает? Ну как видишь, у него на XP ему насрать. Тот еще за спиной работает, так работает. Без перерыва. Блин, давайте в отдельный канал, где это поменьше флуда будет. Сейчас, подожди. Подождите, не говорите ничего. Так, вот этот, да, справа стреляет, который говорю за забором. Коряк. Коряк, да. Он Шидай, кстати, он меня убил. Меня, правда, за 416 положил тоже в голову. Но лучше через забор пошли ниже. Уже напрямки. Перед вами где-то внизу у домов, наверное. Там внизу дома есть, скорее всего, там. Блять, лут упал, ёбаный в рот. Справа камнем, извинитесь. Он где-то здесь. Не, он внизу же был. Стрельба внизу была. Блять.
это другой. Где-то здесь, чувак. Сверху морды, по-моему. Зона, зона там. Внизу вижу тело. За трупы хотя побежали. А труп побит, что ли? На крыше. Слез со спины, посмотрите, с города могут прийти к вам. Поэтому я и боюсь. Те, кто там остался, еще должны прийти сейчас. Я смотрю. Ты контейнер смотришь, а не город. Опа. Справа. Справа, справа, справа работают. Мне показалось, что здесь 30. Ну да, вот откуда-то оттуда, с правой стороны, ведь. Откуда-то в бок. Брось полностью снова. Опа, ух ты, блядь! На этом 24. Поближе ко мне, Паш, походу туда тренировали. Снизу, справа вижу чувака. Нет, 220. Наоборот, сюда надо. 220, чувак. 220. Вон, да, вижу, где тачка горит. Видишь? Шикдай вот этот раздавал. Смотри, что творит. Сука. Паш, поднимись. Сзади. Спина. Я хочу посмотреть чувака этого, как он работал. Подождите, пожалуйста, килками дам. Гнинга. Там еще с двух сторон работает, потому что меня сняли снизу, не горы мне. Ну ты подошел уже сюда. Это нормально, он стрелял, это ничего такого нет. Шидай вот этот, который меня сам, он прям реально мутный. Это сейчас за ним смотрим. Их трое в пати было. Нет, пацаны, это чем так? Даже отдачи нет. Какой. Просто красавчик. А этот узнал, что я там. Он прям из-за текстур видит. О, не-не-не-не-не. Можете смело рекорд кидать на Минг-Минга. Прям смело, да. А я сейчас что не катка визично. Последний раз играли, когда катка читал. Просто, даже без прицелов нагло. Да. Давайте поменяем на Яна. Сигарат, наверное. Там Орега хуже. Сейчас, когда-ка. Может, в комнату перейдем другую? Так все, у нас уже 4 осталось. Пошу ждем. Пашка нажал. Пару каток спать продавать. Да, я наверное вот это крайне, а то у меня уже 3 часа ночи. Пойду я фильтр водички налью, сейчас придет. А чё у меня выключилось? Я же ставил, блядь. Какой? НА поставили. Рангель. О, опять чипсить китайцы.
Чайнамен. Ну, китайцы, пиздец. Я на месте. Немножко Дэнса. Пойдете в жарко сходим? Да ну, это пиздец. Давай в ясное. Что ясно? Если мы возьмем машину, то можно либо... Можно в мульту. Вот здесь машину взять. Куда, в Липовку? Ну, Липовка слишком далеко, нет? На мульту можно. Не, если машину возьмем, то можно быстро на Липовку. Туда можно Милта Пауэр тогда же, там лучше. Можно и так. Что, колёс найдём? Если что, то я свой вариант. Ну да. Так, у меня есть баги. И там чувак. Они. Сука, я на заправку заруливаю. Чувак, кто-то на заправку. Он баги заберет. Уцекай. Пиздюк, угнал у меня баги. Е-мое. Я остался без тачки. Увижу УАЗик впереди. Видишь, Денис? А, да, вижу. И мотоцикл стоит. Чувак в домах. Куда едем? Да, я в сейве. Можешь забрать меня? Давай в мульту, в мульту. К домику этот. Домой двое бегают. Двое бегут в мосту. А, баги на ту сторону перебралась. Мне осталось 8 патронов. Домики бегают, вышел. Один к мосту подходит. Жека может давить, он через мост будет перебегать. Ребят, не теряйте время. Один в домик. О, у него даже юбку похож какой-то есть. А где находится? Я нет. Патроны кончились. Есть патроны? Нет, ни черта нет. Поехали. Рули, 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 рули! Ой-ой-ой. Где пачку там поехал? Нормально, нормально. Все, мосту, мосту, мосту обратно. У него патроны у тебя закончатся, перезарядка будет. Успеем Нормально. Да, но. А это уже от Милты, нет? А этот, ясный. Я говорю, давайте быстрее в мульту, хуярьте. Едем, едем, едем. Ой-ой-ой. Я очень плохо вожу мотоцикл. Да, поехали ко мне. Слишком много времени. Нормально, в зоне там неплохо. Куда ты? Ну. О.
Поближе стоит не судьба? Не, я пытался. Хотя тут по дороге можно ехать. Давай на ту сторону сразу, Жек, вот сюда. Что-то Паша лутается. Куда ты поехал-то, ну? А, на ту сторону, вправо. Блядь. Сейчас. Либо дай мне тачку. Сам здесь выйди, я поеду на Милта Пауэр Малый. Ты в одного бы лучше бы не ехал. Я вон в этих. А думаешь, что-то есть? Да, как... Тут всегда может где-то кто-то быть. Но он Дэн приехал, вроде нормально там. Нет! Сука, я умер! Я не умер! Смотрите, я умер, нет? Живой? Нет, живой. Что, что со мной? Живой. Пало, сколько у меня хп? Нормально у тебя хп. Фу. Я просто это, у меня игра вылетела, крашнулся. И когда, как, когда я ехал за рулем, блять. Куда меня сейчас телепатнет, блять? А, сука. Что под текстуры без оружия? Мне кажется, сейчас просто текстуру сожжет, и я... Либо я какой-нибудь уже в воде окажусь. Потому что... Я упал что ли с него? О, я упал с него, отлично. Он даже хп не поднял. Повезло, однако. Так, сколько минут? Минута две на лут осталось. Блять, ты где, сука, ёбаный прицел? Заебало это. Просто тупо нужен прицел и все. Один. И все на 416, кроме ручки. У меня точка есть. Да, блять, мне на кар надо. Что-нибудь тиксовое. Иксовая точка. Иксовая точка? Иксовая точка. Еще карт поменяй на СКС. Самого коряк. О, 4Х, ёпсти, привет. Лужак-то понужен кому? А, еще один третий броник у меня есть, вот здесь вот смотрите. Ставлю точку. Какой броник? Третий. Есть. Ну кто там рядом со мной ближе? Забирайте. Да, Жека, забирай. Так, у нас дача тут есть еще одна. Ребят, еще нет, один, еще один третий броник. Охуеть, вот я его забрал, да, когда приеду. Гараж в мульте, где тачка стоит. Охуеть, вот это самое ценное. Это пауэр, это горчение. Ну, у меня вроде норм. Так относительно неплохо. Там на одного лута
Мы два разных приехали. Каску не нашел. Каску не находил. Днепра. Кто? Охуеть, приземление было. Что, так больно, что ли? Так бы и сразу. Второй броник. А я с первым броником пошел. Я говорю, два третьих броник лежит. Ну, сейчас. Сейчас я. Кто едет? Кто едет? Он катается. Хорошо. Вторая каска есть. Вторая есть. Кому-то каска нужна была. Да, да, я сейчас. Блять, ну поставь на меня сам метку. Потому что там, где я поставил метку, там броник. Рядом, да. Так, ладно, бегу я за броником. Все, я за броником тоже пошел. Ебать, у меня энергетиков. У кого-то СКС есть? Увеличен быстрого доступа нашего. Да не. Миника СКС. Миника Пауэр — это было огорчение. Это... Паша, где это был? На втором этаже был, а один в гараже. На гараже метка стоит, да? Там вот где метка моя, там гараж и машина стоит. Угу. И там на столе лежит третий броник. Понял, понял, сейчас приеду. Я это забрал. Так, хоть второй броник посмотрите. Второй броник вот у меня, на мне. Есть. У меня увеличен быстрого доступа на СР есть. У меня красиво. Тут каска. Тут каска. Броник второй тут лежит тоже в этом доме. Да, мне тоже надо. Мне осталось только палку найти. Палка есть. Нет, семерки не надо. Так, давайте подумаем. Что, сюда куда-нибудь поедем? Или сразу вот сюда? Еще один. Ребят, короче, есть два компенсатора на аэро. Можно занимать место где? Ну, у меня уже есть компенсатор. На зеленую. На зеленую? Давай. Ехать нужно сразу. Да, прям сейчас надо ехать. Сейчас. Последний дом досматриваю, пойдем. Так, мы сейчас каску забираем. А миник, нужен кому-нибудь миник? Я бы взял, только так, миник на мне. А патронтаж есть на кар? У миник кого? На оранжевый. Глушак ПП нужен кому? Нет. Компенс на АР? Нет. А есть... Компенс? А, на АР нужен, да. На автомат. На автомат компенс нужен. Я возьму сейчас. Есть. Где палки, сука? Палка где-то, я видел палку. Какая палка? У меня есть. Поездка? Ты выкинул? Да. Что-то я не могу найти. Я вот здесь скидываю все, что есть, ребят, лишнее. Все. Блять, я вас по голосам просто, блять. Давай, Джек. Патроны нет. Вот это хорошо. Так, давайте я сейчас тоже подбрасываю вам, что мне не надо. Вот и это возьму. Хорошо. Пятерочки, ребята, если есть лишние, угостите. Пятерочку, чем нет, ну.
Нет. Палку не дайте, а вон. Больше, да, больше да. Ничего нету у меня. Валим. Дэн. У тебя есть транспорт? Да. Все, валим туда. Тут вот дача стоит. Давай сюда уедем. Бензина мало? Нормально. А тут мотик, если что. Сказал я. Доеду. Ищи встану. Лёха. Да, всегда вообще. А это два зеленых, что ли? Да, на зеленую давай. У меня тоже только что ушло. Ну, в смысле, сейчас нормально уже. Да, чисто, лес. Чисто? Да, не убрано. Не утро, не утро. На стол наложено. СКС. СКС? Да. Да, да, не утро, не помню, что это. Я взял для семерок, для херов. Взял. О, да. Так, у меня оба ствола с глушаками. Теперь вы пистолет с глушителями и ачивку получите. Машина наша? Да, вот. Да, все. Где? В левом, в правом домике. В, там, где сейчас этот, там, Паша. Зеленая метка. Да, Паша. На первом этаже в одном из комнат крайних. Те дома тоже не залутанные, красные. Рядом которые. Да, да, да. 275. Пистолета нет ни у кого? Нахер он нужен? Я глушителем, но я нет. Мне только в слот положите, я выкину обратно его. А, ну, хорошо. Мне потому что у меня оба ствола, потому что это с глушаком уже. Еще один компенсатор наверх. Вот компенсатор ништяк на этот. А, не, подожди, на СКС. Револьвер нашел. Нахер тебе пистолет вообще? Так, если вот будешь это на СКС. Для того, чтобы эту ачивку получить. А-а-а. И спала с этим. С глушаком. Что, дали ачивку? Я могу кар на СКС поменять, если кому надо. Чего? Это на ачивку тоже? Нет, да, просто да, я СКС люблю больше. Блять, мне игра зависла, твою мать. Давай перезаходи. Должно дать, пожалуйста. Да. Значит, попробуй перезайти, в общем. Давай. Коряк мой. Эй, МК, а то верни. МК, верни. Я же ее кидал тебе. Спиздил-то. Нафига нам не нужна мне. Скарель фуловый. Ребят, пойдем в те красные дома, пока они не залутаны. Пойдем. Пошли. Да, пошли. Пошли. Призрак. Думаете, никого там не будет? Может, на аирдроп съездить? Может, нахуй? Кажется, что нужно... Сейчас уже маленькая зона, не надо уже. Это маленькая. Хотя бы маленькая.
25 человек, причем на такую зону. Сейчас еще одна починок побольше. Сейчас починок попрут. Давайте подбойку, что ли? Ну давай. Я хоть не дробовик. У тебя что, вообще пушки нет, что ли? Кто-то едет. Тихо. Да. Едут, едут. И это кто-то работает с леса, да? С горы где-то. Паша, не высовывайся. Подожди, да. Подожди. Я не вижу здесь. СС работали, да? ССЕ? Ну, примерно, да, где-то там 170. Ко мне начковаться, конечно. Даже до зоны. Ну, кстати, там ни хера не нахуй. Точки поубирать свои себе. А Дэн сам свою точку ставил. На точку все? Нет, я не точку не ставил. Мобилу тебя ставил только что. Блять, это гребаное дерево, я не вижу из него. Ох, сейчас на мосту, наверное, мясо будет, если кто-то с той стороны оставался еще. Здесь глушитель. Жень, у тебя глушитель есть? Шлепни вот по этому стеклу с чего-нибудь. Вот это сюда? Вот это. Нет, вот это вот, вот это. Оно не выбивается. Вот это. Угу. Это кто? Это я. Стекло так, и кто же есть? Ну, походу, сейчас я буду отсиживаться, ждать зо. Они сейчас и сидят, ждут. 23 человека. Машина. Машина где-то, подожди, 345 где-то. За бугром остановилась. Ох ты ж, мы прямо это в кусочек в зоне. Значит, нам будет идти сейчас. Да. СНВ, Н. Так, которые из леса стреляли, они не пойдут, им похер. Нет, они не пойдут, они в зоне. А вот они походу обходят по W по той стороне. Слышишь машину? Да. Тут справа была где-то. Сейчас это со стороны башенки пойдут. С починок оттуда вот. Там стреляются и стреляются. На СР кто пустил. У меня уже есть, потому что. Мне надо. Я взял на вот это. Я думаю, что за колбаса лежит. Башня магов. Чувак. Под нами? Нет, башня, в которой вот над нами рядом. Чувак, на втором этаже сейчас будет. Ты уверен? Прям вот возле нас? Да. Да. Вот он, под ней, под башней. Тихо. Вырубил. Второй, справа. Паша, правее, еще один. Здесь. Блять, он под нами. Под нами. Тихо, отойди. Где он? Под нами. В белом. Жека, зря были. Минус. Ой, ай, сколько мне хп осталось? Иксы подъехали. Хпшечка. Иксы. Машина едет. Есть 8 икс. Третий броник битый. Третий броник, но чуть-чуть бит, кстати. МК. Еще машина. Да. Проехала, блядь.
Они остановились на горе. Их встречают. Прицелы все потеряли. Там восьмерка же лежала. Прицелы я не брал. Я тоже не взял. Я взял. Я его в полете, блядь, Скара ебанул. А, 300 НВ. Дерево. 305. 305. Двое. Не вижу. Да как не видишь, 305. Да я дерево. С другой стороны, блядь, смотрел. В смысле меня снял в голову, блядь? Я же ему всадил тоже. Поднимите меня. Да, да, к тебе бегу. Я ему попал, блядь, я ужин со стороны, меня попадает. Но это, блядь, и тайминги в этой на сервера. Нам надо валить. Вы их контролите, ребят? Тебе каску снял, возьми первую. Вон там лежит. Тупо была вторая каска. Опачки. Ах ты, блядь, писька ты, блядь, сатулус. Нет, видите, кто я. Дэн у тебя в здании. Сейчас я добегу, ладно, отойди. Как он это делает? Не знаю, мне садовый стал каску снял. Мне тоже каску снял с крика. Это не каска осталась, но там походу. Мне кажется, на тачку и... Блять, надо. В зону. Ладно, лечимся и... Кто-то подбежал к дому. К дому я подбежал. Бежал. Нет, еще кто-то. Да, двое. Где? У меня. С той стороны? Где они? Не знаю. Один кнопка. Где второй-то? Не знаю, где-то еще один. Не вижу никого. Один кнопка. Блять, зона, время. 42 секунд. Я этого обидчика убил нашего. Поехали. Блять, время. Подожди, я посмотрю, каску проверю у него. Поехали. Мне каска нужна. Да у него мотоцикл тут и машина. Все, машина бензинка мало. Я мотоцикл возьму. Вообще без каски. Ну так, к берегу? Хуй знает, к домам. Домам опасно. Прямо там бежу. Ух ты! Цен 20 с первого выстрела. Ах ты ж, сука, блядь, нет. У меня центральный домик. Джек, я ушел оттуда. Джек, блядь, иногда подумаешь. Джек, я доползу в дом. Джек, еду к тебе. Нет, там МП с глушителем. Я доползу. Давай, забегай в дом, вот где я сейчас ползу. Ай, блядь. А где он? Там где два трупика, вот это центральный домик. Там их двое. Я не попросил тоже. Подбегай к адресу. Вот трупик. Да, ко мне. У меня. Возле дома уже. Еще один. Центральный домик, там где машина проходит. Я понял. Он по текстурам бьет. Третий каска. Он по текстурам бьет, знает где я. Еще один подбегает. Он из-за угла. Скорее всего. Лови гранат, тварь. По текстурам бью, да. Гранат себе кинул. Не кнопнула его. Это другой был. Нет. Он сейчас поднимать будет второго. Да, он поднимать будет. Куда зона пойдет? Ты в зоне.
чувствуешься? В этом доме. Надо к берегу уходить. Да, надо было в берег, по берегу ехать, блять. Что я затупил, нахуй. У тебя кого-то... Так нихуя он... СМ-24 сразу. Тихо, все. С первого выстрела, блядь. Интересно, я... А, нет, а ты в трипате как минимум. Вот он. Он тебя он тебя видит. Да сука, другой в спину. Ну, блять, он меня прям знал, когда я в дом зашел, он прям через текстуры бил меня. Топ 4, блядь. Ладно, ребят, спасибо. Пойду я отдыхать. Пиздец. Давай, давай. Бесит нас. Че, втроем пойдем? Ну, че, посмотрим? Рихтер, где? Рихтер пьяный опять в говно. Мне пока трезво будет. А, ну я беру. Для него. Ну давайте четвертого возьмем, чё. Рихтера можно похуй. Уже похуй. Гордей, спасибо. Гордей очень хорошо. Гордей, да, но... Ну сейчас. Алёшеньки. Чё тебе, Иванушка? Здорово. Здорово, Гордей. Чё, кто-нибудь в папку пойдёт? Нет, конечно. Четвертый нужен. Ну вот твоего нашли. Счастье, здоровье. Гордеюшка, какушечка, блядь. Я тебя тоже еще не люблю. Я знаю. Давай, так, ладно, пригласите пока рихтерятину. Сейчас я приду, покурю. Я тоже наперекур сюда. Ты в игре? Да. Знаешь, что тебя у меня нету. Разве? Ну, примем приглашение. Жопа моя. Так ты жопу не говори. Да не, у меня просто стол ебаный стал, пиздец, сломанный. Из-за этого, блять, уже. Я сам блядь, сижу. Стол должен быть на ножках, а на хуёшках, блядь. На приставине просто стоит без ножек. Ну, без колёска. Это еще ладно, у меня он загинается постоянно, нахуй. Я сижу больше, знаешь, как это, на корточках, можно сказать, на ногах, нахуй. У меня такая же хуйня, у меня лифт сломался, пиздец, блядь. Угу. У меня, считай, и полулежачее состояние принимает, блядь. И сидячий, блядь. Ничего на бок, блядь, как-то. Но он со всех сторон, блядь. Короче, поебанный пиздец, блядь, с 11-го года. Я
Не, ну сука, мне понравилось, когда в прыжке этот чувак прыгнул, я его, сука, с кара нахуй вынес. Бах, нахуй. Сразу упал, блин. А этот, сука, нихуя в тачке, прям с первого выстрела, блин, М24 меня вышиб, нахуй. Охуеть. Хедэн придет. Блять, ебаный стул. Блять, а новый покупать, пиздец, это 20-25, нахуй. Ебаный в рот, блять. Хоть на табуретку садись, нахуй. Сегодня еще ванна придет, надо будет заносить, нахуй, чугунную, блять. Пиздец. Что-нибудь вышло интересное посмотреть, кто не знает? Ларка только. Ну, Ларка это в кинотеатрах, она в хорошем качестве-то нету ее. Звездные войны вышли в хорошем качестве. Который последний этот, да, джедай, да. Блядь. Так там же звук был какой-то говняный, нет? Да не, нормально какой-то. А, надо посмотреть. Что-то он меня как-то огорчил. Так ты советуешь или, блядь, не советуешь? Нет, я тебе говорю, не... Если вообще ничего будет делать. Че, вообще говно? Ну не говно, что-то как-то медленно зашел. А еще что-нибудь есть из сериалов, там что-нибудь хорошее, что-нибудь посмотреть есть? Алиенист может попробовать или ничего. Как-как? Алиенист. Алиенист? Алиенист, блядь. Ну это тоже ничего так. А что за Вархабс? Ну для этого. Ну для этого у меня сайт есть. Много сериалов для нунистов. Я вот посмотрел, вышло «Ходячие мертвецы», последняя серия. И все. Какого ничего нет. Вообще ничего. Че, повоюем? Погнали. Зеленые? Зеленые? Угу. Да. Ебать. Молодыми. Какую часть города? На стадион, скорее всего. Да, через эту, через дорогу, короче. Наши дома. Я в круг пошел правый. Дальний. Ну, я в левый. Я в общем на желтый. Я прямо. На арене падочку. Где? Сука, где ты? Там чувак, падал чувак, если что, на арене. Где ты, сука? Не вижу. Он падает. Он в соседнее здание падает двое от арены. Блять. Которая полукруглая крыша. Тогда помогать будете. Ну они отвернули в воздух, что я сделаю, блядь? Не-не-не, нормально. Нормально. Блять. Какую крышу? Все. Ты рядом со мной, что ли? Угу. А что у нас здесь вдвоем-то делать? На двоих здесь тут нихуя нету. Если я сразу точку послал, то прикидывай. Ладно, ладно, не ругайтесь, мальчики. Оу! Хуя себе, блядь. Там уже с СКС чувак, блядь. Так, аптечки надо забрать. Оп, оп. Да прыгни ты, сука! Блять, я... Твоя броня не нужна, что ли? Я с Томпсоном вообще, блять. Он еще есть. Нормально, второй взял. Так, пойдем к ребятам. Так, я к вам. Пойдем к ребятам, я к вам. Так, да тут все. Чувак бежит у меня с пушкой, блять. Точнее, как? Чего?
Все перечислил, блин. А есть пушка какая-нибудь еще? Кого? Не, Узи. Блять. Вон пятерки лежат, да, обойма. Так, короче, смотрите, знаете, где чувак бежал? Вот, получается, вот здесь, вот здесь на зеленый, смотрите. Угу. Вот здесь один был. Это прямо вот здесь, рядом совсем у нас. Да. В общем, они пошли на ту сторону. Но они с пушками уже. Один в доме стрелял, из дома. С СКС-ки. Блять, ебаный Томпсон, не хочу я Томпсон, дайте оружие, блять. Вот тут изишь продавать. Да не хочу я изишку. Ну чё, все в один дом бежали в этом? Да, мы все в один дом без тебя. Сыка ты потому что. Страшно. У меня две гранаты есть, но все хватит. Ну, ты нас и положишь. Второй броник нужен кому? Пойдем за рашем, нет? Ну давай. Чем? Гранатами? С таким количеством патронов. Я с Томпсоном, чё. На. Еще. Пошли рашить. Вот они. На 220. Да вы чё, издеваетесь? Мы чем рашить? У меня УЗИ. Мне похуй. А у меня вообще гранаты. Блять, пойду я вот с этот дом сойду, блять. Не пойму, что хочу делать. Они там с этой стреляют, пускай постреляют, типа что. Да, СКС-ка это работает. Пойдемте. Передумай. О, третий броник, ебать. Подождите. Прямо вот здесь уж совсем рядом. О, подожди, Скар. Подождите. Вижу, соседний дом. Слева еще работает. Вижу одного. Работать. Да, если можешь. И слева. А, слева вон. Слева лежащий лежит. В углу дома. Да. И в этом доме, который напротив нас, там двое было. Там что стреляется. Куда тушку ползает? Меняй позицию. Он прячется там, он сидит. Я его сейчас не вижу. Он тут поднимается. Вижу. Как взял, блядь. Ушел что ли? Да, в окно залез. А где труп? А. Кто еще там работает? Да парик ты расстреляли. Да я сейчас найду оружие, я их выебу, высушу. Я должен найти оружие, чтобы высушить. Вот тут уполз. А, он умер. В доме справа двое чуваков были. Синенькая, да. Там цыпленок желтенький. А вот справа это никого не вижу. Были там. Опа. Кто из стекла вылетел? Не я. По мне работает здесь, пытается. Откуда, не знаю, по... Желтопузик работает с этого этажа, что ли? Паш, это в доме. Либо на... Откуда ты из окон, наверное? Смотри левую сторону. У нас вообще-то сейчас зона пойдет через секунд 16. Так, а нам куда? Она только пойдет. Пошли, Паш, побежали. Да, он на третий этаж. О, а давай, может быть, тачку возьмем и уедем, а? Третий этаж, какое окно? Возможно. Нет, не там. Может, тачку возьмем и уедем? О, по Рихтеру хуярит. Откуда вот он работал? С крыши, блядь! С крыши? На крыше вижу. Ебать, нихуя себе. А у меня ухули УЗИ и Томпсон. Пошли, наверное, уже прям. Тоже настроение рашит, я помню. Там со СКС-ки. Я понял. Вижу его, было на ящике. А где тачка-то, блять?
вот выйду не в окошко. Не в этом здании. В этом пошла. В этом. Нет. Соседи. Да чё нету, блядь, мы их видим. Блядь, вот. Я вижу вообще. На крыше здесь. Стреляет. Не на нашей же. Напротив, вот который 260 дом. Вон он. Глядя чуть нет. 250 он там. Ну еще потом. Ну да, да, да. А вот теперь вижу одного на третьем этаже вроде бегал. Да, вот на выглядывает. Выглядывал. Блять, не помню, где тачка, ну, сука. Может уже спустился. Есть машина, бегал? Да была, не помню, а, где, блядь. Бля, вот тут, я думаю, это вот в соседнем здании. Ты вообще с нами в одной игре? Да мне не видно было, я за этим стоял. Спрятался от этого пулеметка. Я чуть левее пойду. Лажу. Нам надо их встречать, блядь. Там надо тачку, блядь. Я не помню, где я ее ставил. Заебись. Ты около моего дома оставил, Паш. Ну вот, иди и забирай. Я не помню, какой уже там твой дом был. Сейчас там зона придет. Медленно. Я понимаю, что нужно уходить, сейчас тачку заберут. Ты видишь там? Там этот джип такой красно-серый, блядь. Сейчас я его хотел бы найти даже. Блядь, надо было метку поставить, сука, этот ебаные дома, ну. Каска вторая. Они к вам перебегают. Вышли. С какой стороны? От через... ко мне идет. Потому что зона идет. Ко мне идет. Я его встречу здесь. Я за камнем сижу. На меня идет. Он не знает, где я. Ну, высунься. Давай, 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 беги. Чувак, здесь нет никого. Цыпленок этот. Давай, гони, гони, гони его, Дим. Дом зашел с желтым, с оранжевым низом, с этим, с розовым низом. Вот тачка есть. Да. Блять, надо Джеку забрать. С розовым низом, дом, чувак, короче. Вот, нам дует, типа, едем. Давайте бегите. А вот здесь. Не сможем поймать лично. Парик, блять, давай. Он уже просил. Где он? Сзади, походу. А, это за. Вон он. Блять. Это раз, с другой стороны меня тоже, да, стреляли. Еще один был. Другой чувач. Чужой чувак. Даже ты хотя бы. Димана болтает. Спины еще тут поработал, понимаю. Поехали. Ладно, ладно, пусть. Ехать еще целых херах на этой буханке, блин. Причем одновременно. Одновременно выпили ты это. СКС забрали? Нет, у меня УЗИ.
там 16 было, по-моему. У меня 416. А у которого СКС было, он меня сзади стрелял, что я помню. Можем через Power Grid пройти, кстати. Или насквозь через Сан-Мартин поедем. Блять. Да, сейчас правее потом возьмем. Куда правее? Наверх имеешь? Ну, в смысле, не через Сан-Мартин. А правее возьмем, наверное, на горы. Все сюда вот между? Вот сюда куда-нибудь, потом сюда ходим. Можно попробовать через город ебануть. Как упоротые. Вот это надо забрать. Я ебал на этой буханке ехать, блядь. Так, подождите, я сейчас. Я сожгу аптеку. А у меня нету. У меня все. Подожди. Не волнуйтесь, меня снимут первым. Еще почему это использование предмета остановилось? Куда же поехать-то, блядь? Опа. О, я говорю, через город, блядь, это пиздец. Там бы нас расстреляли. Смерть, да. Он бьет, слушай. Какие киски между двумя командами попасть, я пиздец. Можно вот эту хуйню взять, пацан. Ну, там жопа. Хотел, ну давай. Да, дальше, который дома. Сейчас главное, чтобы тебя не высекли там, Дэн. Я знаю. Вы меня победите снова. Разогнали, блядь. А ты разгон, нам пизда. Да точно без границ имеется. Можно вот тут в ангаре остаться, но. Ангар, да, там баги. Ой, стоит. Там тачка проехала, туда заехала, то есть, только что. А там еще баги была. Заказ выполнен. Что с мышкой? Где чувствительность там? Все. О, Аночка. Миник нужен кому? Я бы взял, может, патронов. Нет. Мне тоже маловато. Хусин, давай возьмем, блядь, вместо УЗИК. Так, отойду. Да. Мог мне не говорить, что в туалет. Семерок 150 штук, да? Лучше бы у тебя пятерок было, 250 штук. Я знаю. И прицелов вообще нет, один прицел, блядь. Так, у меня голограф есть. Да нет, какой-нибудь иксовый я имел в виду. И вообще, есть ручки там, хуючки там. Не, у меня вообще голая МК. Только с жопой. У меня только предплечье есть, бля, 416. Бустов нет, не у меня. Один буст скинул энергетик. Ну давай. Прикольно. Где? А чё я не вижу? Да у меня, блядь. В раковине. Блять. В другую сторону. Где же этот, господи, блять? Подо мной в раковине лежит.
человека. Ну, мы уже видели четверых, которые заехали в ангар. Здесь это были, да? В ангар заехали. Это первая точка была рядом с нами прям. Побились люди. Сейчас сам Мартин будет выходить. Миско будет. Смотри, какой-то визион. НБ1, что творит. Макарену устроил. Ну, у меня и Ксани тут ангара. Ангары просматривают. Да, Ксани это тоже. Там чисто вроде. Нет, там тачка заезжала, я прям точно видел. Ну, по крайней мере, я не вижу, что там точно что-то было. С моей позиции не видно. Ну, сейчас никто вас не знает. Да даже не стреляются, опять тишина ебучая эта, блядь. Так, отойду. Отойду на секундочку сейчас. Спали, что ли? Пойти уж с чем-нибудь. Сковородки нет, я бы сейчас Пашу пригрел бы сковородка. Просто на матрас сидит, смотрит. Берегу забудки. Они прямо на переднем рубеже будут, чуваки. Опа. Блять, пойдем. Еще к дороге туда сойдется, блядь. Опа. А вот и Карик. СЕ? СЕ, да, над нами идет. На горе. Блять, диксов нету херово вообще. Может, в другой дом перейдем, где тачка стоит? Да, может, как бы. Поле только не просматривается на 300. А там стреляют. А там нет дома, поле видно здесь. Ну, мне так не очень. Там стреляются. Сейчас куда зона прохнет? Опа, нормально. В гору пошли. Пешком пойдем. Ну а как? Пешком, да? Пешком пойдем. Пойдем пешком. Тут добежать-то хуйня. Оба. Спали. Это читер какой-то. Со спины спали. Да читер бы нас спал, разложил сразу. Тачка едет справа. Вот сейчас по мне попал. Ой, попадает. Ой. Все сняли. Ой, Дэна сняли, блядь. Вы зря, наверное, туда, конечно, попились. Они прямо где-то вот за нас, что ли? Это я кинул. Далеко. Только 6 пинтов. Давай. Нихуя тебя в голову, что ли, ушатали?
два попадания в голову. Нет, тоже такого было. Оба. Одна мочковая зона и одна вон. И мужичок мне покорёбит. Мне тоже оба. Ой, сверху стреляют еще где-то, блядь. С корой головного мозга. Пойдем сразу на вершинку. Мне лечиться нужно, мне в общей жизни. Да, блядь, кто там? Сорян, это у меня брательник решил, блядь, пошумить. А, окей. Здесь глушитель стреляет у меня. М24 слышал, да. Паш, ну знакомь, то пошел. Да я просто вот сюда спрятаться. Это М24. Блять, бустов нету, сука. Падла, еще броник залил мне, нахуй. Мне каску залил, блядь, половину сразу. Ну, меня выстрелили. Так, тачка слева по дороге. Жек, подожди, не торопись. Я дальше. Ты в центр все идешь. Нормально. У меня все нормально, я в курсе. У меня все нормально. Тут глушитель стрелял просто где-то прям рядом. Я в курсе. Дроп падает. Дроп на них падает. Глушак надо мной где-то 155. Сейчас будет выгонять на нас. Так, мы в зоне. Вижу, тихо. Вижу, за камнем, за камнем. Да, вижу. 145. Тихо. Он меня спалит, скорее всего. Да, но у нас сзади могут быть сейчас. Я знаю. 145. Блять, Питер, блять. Я сбоку захожу. Паш, я он вижу его. Подождем. Он за камнем. Камень. Нет, еще один. Где второй-то? За деревом. Дерево не просматривается, только верхушка. Да, он обходит слева. Один. Один за камнем. Слева слит от дерева. Моя граната пошла. Он слева обходит. Уже ближе, граната ближе, кинул. Ближе. Да, вижу, проверка мысли. Граната входит. Меня положил. Я его забил очень сильно. Я его забил, я его очень сходит. Паша, поднимай. Паша. Еще другие пришли. Они там стреляются. Надо уходить. Быстрее, да, сука. Прикрывай. Там один еще слева. Еще один, здесь же, еще один. Паша, перед тобой прям. Поднимайте. Блядь, зона, идите, зона. Хрен с ним, идите в зону, попробуй заползти. Хотя меня сейчас сжать будет. Не успею. Заползил, говорил. Не успею, у меня я уже второй раз валенный. Не успеешь, Паш, не успеешь, зона идет. На, забери с меня все. Копитеки нужны. Скинул. Тихо, он не один был, он на коленях был. Все, вали, Дин-Дэн, вали. Он тоже не успеет, Паш, работай по нему. Он все, вайп. Он сдох, сразу сдох. Давай. Стой. Я взял аптечку или не взял аптечку? Главное, аптечку не взял. Самую аптечку. Бля, я же аптечку там скидывал. Так я ее пытался взять. У меня экран теперь черно-белый. У меня два бинтика, ебаных. Вы остались два в три. Да ебать.
откуда? Ну, мне задание украли. Ой, сзади, ой. И сзади тоже. Не да у меня... У меня один пинт остался, поэтому смысла. Где патроны? 4. Блять. Зря, Джон. Пошел нахуй. Блять. Мансуй, чувак, как никогда не мансовал. Прям за эту кучу говна ложись. Да чё, ему 20 секунд и валить надо. Пусть между собой бьются. Давай, левее, заползай. Левее. Не надо сюда, левее сразу возьми. Да левее там не получится. Почему? Там сзади стреляют еще. Я сейчас здесь ёбну. Впереди. Вижу я, вижу. Зона. Тебе пиздец, зона. Он тебя видит. Нет? Камень не в зоне, сука, нет. Он вниз будет спускаться, нет? Мне кажется, он сейчас будет встречать тебя. А он видит тебя. Да ты вообще не видишь, Паша. Да тихо, я вижу. Его. Прекрасно, он видит его. Он за это дерево. Паш, слева, чувак. Ух ты, блядь. Да, М24. А, это Пати. Топ-2, блядь. Сука. Это Пати. Да, который он не затянет. Да. Да. 2-12 лана, ребят. Последняя Пати и хорошая. Последняя Пати. Нет, это все последнее. Больше не будет. А, вообще сейчас больше не будет, все. Ну вот эту Пати сейчас сыграю. А. Хотя я сегодня проснулся в 5 часов вечера, обеда. Ой, блядь, подожди. Что-то башка разболелась, сука. А, блядь. Так, ага. FPS запрыгал. Ну, в голове, блядь. Подожди секунду. Алло. Доброе. А? Швикнул. Ну, Ира спит. Двенадцатое. Да. Хорошо, понял. Ребята, я пока не могу. Мне сейчас замерщик придет по туалету, надо там и мерить. Ну давайте тогда я тоже лип. Ладно, ребятушки, давайте. Спасибо вам за игру. Давайте.